С 18 апреля котельные Саратова переводят на летний режим. По решению городских властей 17 числа официально завершается отопительный сезон. Большую часть объектов соцсферы также прекратят отапливать. Исключение составят те учреждения, которые подадут заявку о том, чтобы их не отключали от снабжения. Между тем, в 100 домах Саратова отоп-сезон уже завершился. Это те абоненты, которые заранее решили отключить тепло.